традиции нашего, нашей академии, нашего омского хоккея и сибирского хоккея в целом, они высоки. И хочется пожелать, чтобы вы максимально показали этот результат. Потому что на сегодняшний день, наверное, формат игр «Дети Азии» – это один из немногих оставшихся международных форматов проведения соревнований на территории нашей страны и дружественных стран. Это большой вызов для нас. У нас стоят максимальные задачи, мы будем их выполнять, будем набираться опыта. В принципе, команда у нас собрана сильная, готовы побеждать.